Следующий метод, который дает сильный результат победы над судьбой, это метод «Окошко к Богу» называется. Окошко к Богу, которое можно прорубить прямо в своей квартире. Это алтарь называется, алтарь. Окошко к Богу. Ну, то есть берете, просто место выбираете любое и ставите туда святыню свою. Нет никаких правил, претензий. Просто вот, что Бог вам дал, вы, допустим, считаете, что это святое, вот это вот святое. Ставьте. Все. Как определить, что это святое? Подтверждение есть. Вы чувствуете, вам это помогает. Даже просто смотреть на какую-то икону или на книгу какую-то духовную, вам легче становится. Все, вот это значит, что это святое. Ставьте на алтарь, начните взаимоотношения. Алтарь что такое? Это место просто чище других. Надо его закрывать, чтобы там не болтать попусту перед ним. Когда вы открываете, вы всегда только молитесь, потом закрываете. Там не должны кошки сидеть, бутылки ставить, туда не надо, сигареты класть. Это протирать надо место, это каждый день тряпочкой влажной перед молитвой. А обустройство может быть любым, в зависимости от ваших взглядов. Если у вас нет никакой веры, значит, поставьте то, что вы считаете святым для себя. И через это будет действовать Господь. Всегда действует через святость. У него нет здесь никаких особых правил. Эти правила все создаются различными религиями для того, чтобы им проще было к Богу молиться. А так Бог может через действовать через икону, через святое место, через человека любого. Бог может через всех нас действовать, через любого человека. Но в том случае, если есть очень сильное, глубокое уважение. Когда уважение появляется, тогда Бог приходит в отношения. Нет уважения, нет действия. Это может быть Священное Писание можно поставить на алтарь, ему поклоняться. В некоторых верах пишут имя Бога, ему прямо вот так написано Бога Аллах, имя Аллах, поклоняются имени Бога и так далее. Допустим, вы скажете, Олег Геннадьевич, я не понимаю, как это делать. Ничего не надо понимать. Ну, допустим, если вы ставите фотографию любимой у себя дома, закрываете от всех, чтобы никто не видел, потому что начнут спрашивать. И когда никого нет, вы открываете, смотрите. Это то же самое. Это ваш алтарь. Вы поклоняетесь своей любви в это время. Готов целовать песок, по которому ты ходил. Ну, то же самое, это поклонение. Но когда человек поклоняется Богу, он поклоняется тому, кому надо. Он правильно все делает. Когда человек поклоняется человеку, то в этом, мы знаем, бывают проблемы впоследствии. Ну, какое-то время можно, конечно, но потом надо понимать, что это уже не Бог, а человек, поэтому надо другие отношения строить, чувство долга, желание служить, заботиться, прощать, просить прощения. То же самое, когда человек едет в святое место не как турист, Просто посмотреть. Некоторые едут в святое место как туристы и думают, что они там что-то увидят. Шансов нет. В святое место надо ехать с тем, кто его знает. То есть в зону нужно идти с проводником, иначе там ничего не поймешь. Помните фильм «Сталкер»? Там зону говорит, ты сами вы там туда не ходите, со мной ходите. Ну, все там показывал, как в зоне надо сесть. Святое место — это зона такая же. То есть это аллегория была на самом деле, потому что речь шла о духовном там на самом деле. Итак, нужен проводник, нужен человек, который вас повезет в святое место, и он должен свои чувства вам рассказывать, историю о святых людях, об этом месте. Надо очень внимательно слушать, и вместе с этим слушанием у вас сердце будет очищаться от всех ваших страданий. Вы будете чувствовать необыкновенное счастье, покой, находясь в этой атмосфере, где люди думают о Боге, о святости и так далее. В этом мире столько всего удивительного есть, связанного с возвышенными, со святостью, чего мы не понимаем, не знаем, не можем даже представить, что так бывает. Ну, так бывает. Даже не обязательно в своей вере. Я, допустим, я не христианин. Но я был в Иерусалиме, думаю, ну почему я не должен
съездить в Иерусалим, если я в Тель-Авиве читал лекции. Я решил поехать в Иерусалим, посмотреть вот на... Там одновременно и поклоняются евреи, у них их святыня там, одновременно христианская святыня. На расстоянии буквально там каких-то несколько десятков метров. Но я не просто так ехал, мне нужны были гарантии, гарантии внутренние. То есть я перед Богом уже условия ставил в сердце, очень решительно как бы требовал от Него подтверждений, потому что я понимал, что я понимаю, что есть Иисус Христос, есть святые люди, христиане, которые Ему поклоняются. Но я не понимаю до конца, что это все значит. Как Господь реагирует, как Он дает свою милость, до конца непонятно. Я так пытался проникнуть в это, старался, молился, как мог. И когда я пришел туда, в этот сад, где оливки растут, вот эти, где Иисус Христос молился, чтобы Его миновала эта чаша, вот, такие события там разворачивались. Я сразу спросил, а эти оливки, они, ну, насколько они старые? Они же, дерево же не может 2000 лет жить. Они говорят, ну, они вот эти деревья неинтересные, они, говорят, старое дерево отмирает, из него новое вырастает прям. Ну, то есть это фактически одно и то же дерево, просто меняется сам ствол, а оно растет уже 2000 лет здесь. И эти все оливки там стоят, те, которые были. И у меня такое сразу так воткнуло внутри. Хочу веточку. Внутри прям такое сильное желание, потому что я... Если я знаю, что если положить эту веточку, можно через нее настраиваться прямо на эти события. Раз это дерево свидетель, значит, оно несет на себе вот это знание о том, что происходит. Да, я так себе внутри мысль оформил. В этот момент приходит садовник, начинает подстригать оливки. Я спросил сразу у проводника, говорю, а как часто подстригают? Он говорит, я слышал, что где-то, ну, 1-2 раза в год всего подстригают, но очень редко. И ветки начали падать на землю. Я себе выбрал несколько веточек, которые мне понравились. И еще 2 подтверждения было. Но я не скажу все, не буду рассказывать. Меня потом критикуют, что я хвалюсь. Это посещение святых мест, как действует. Понимаете? То есть сейчас у меня веточка есть, я смотрю на нее, молюсь, думаю о ней. И отношения устанавливаю к Господу таким образом. У кого есть тоже такой какой-то священный предмет, поднимите руку. Икона там, еще что-то. И все. Чего это так мало-то? Что вы какие-то нищие. Поднимите руку, у кого есть машина. Машина есть, иконы нет. Святого нет, ничего. Да как жить тогда без этого, я не понимаю. Неужели машина важнее? Просто оформите перед Богом желание. Мне нужна святыня дома. Как вы будете защищены? У вас же нет защиты совсем никакой. Ведь в жизни может происходить все, что угодно, понимаете? Вот. Хорошо, если вы так воспринимаете, то нормально. Душа частичка была. Конечно, правильно. Но проблема заключается в том, что эта душа, она покрыта невежеством. Кто сказал, все священные писания об этом говорят. Вы ошибаетесь. Если человек молится, он может узнать о том, что есть Бог со временем, когда он очистит свое существование. Сначала человек находится в невежестве. И он не видит себя как душу. Если человек увидит себя как душу, он сразу же обретает вечность, ощущение вечности. Он теряет
чувство страданий, то есть у него нет страданий. Вот, он способен переносить любые трудности в жизни без всяких проблем. Такой человек видит истину, видит прошлое и будущее сразу. А? Но если вы такая возвышенная, ну что я могу вам сказать еще? Мы же с вами уже об этом говорили. А я говорю про нас, обычных людей, простых. Таких людей называют атмарамами. На санскрите слово атмарама. То есть атма, слово атма означает душа, а рама — радующийся. То есть радующийся душе, атмарама. Этот человек обладает настолько возвышенными качествами, что ничто не может вывести его из равновесия. То есть он обладает абсолютной духовной силой. То есть какие бы страдания он ни попали, он в какие бы страдания ни вошел, он всегда выходит из них спокойно, без всякого напряжения. Но есть одно свойство у атмарам особенное, которое от всех людей их отличает. Знаете, какое свойство? Отгадайте. Они считают себя грешниками. Они очень сильно чувствуют, что они очень глубоко погружены в невежество. Такие люди, так кажется. Хотя они испытывают счастье внутри себя, но при этом они очень смиренно себя ведут. Они очень смиренны. Они видят в других очень много хорошего, они видят души в других, а в себе видят недостатки. И всегда себя считают маленькими по отношению к Богу. И очень смиренно настроены. Это признак атмарамы. Если вы видите такого священника, который очень смиренно себя ведет, и с другой стороны он очень погружен в духовной жизни, радуется в сердце всему, что происходит, но при этом очень строго к себе относится, это признак высокой души. Чем более развитая душа, тем она глубже видит свои недостатки, понимаете? И чем более неразвитая душа, тем больше она превозносит себя. В этом заключается критерий. По крайней мере, так мне рассказывал мой наставник, когда я у него об этом спрашивал. И он сам точно так же себя ведет, он очень смиренный человек. Никогда не видел, чтобы он выходит из равновесия. Он всегда не считает себя чем-то, да, каким-то особенным. Что такое смирение? Смирение — это приближение к душе. Чем дальше от души, тем больше человек чувствует свое превосходство. Чем ближе к душе человек находится, тем больше он чувствует себя маленьким, маленькой частичкой Бога. Когда человек видит себя как душу, он становится он очень сильно восхваляет истину и очень скромен по отношению к себе. Это признак ясного и правильного видения души. Человек может увидеть себя как душу, когда он приближается к этому смирению. Поэтому во всех духовных традициях люди учатся смирению, потому что рано или поздно ощущение внутреннего смирения приводит к видению себя вот здесь. Когда человек становится очень смиренным по отношению к Богу, к событиям. Смиренно означает, все принимает. Вот, допустим, что-то произошло в его жизни, он говорит: «Спасибо тебе, Господи, за это». Ну, сначала искусственно, он не может спасибо сказать, ему больно. Но постепенно он начинает чувствовать ход времени. Начинает чувствовать, что все, что происходит, это результат его собственных ошибок в прошлом. И он это все принимает, и когда он принимает сильнее и сильнее, в какой-то момент он начинает чувствовать себя вот здесь вот, маленьким, вечным и могущественным в своих отношениях с Богом. Не в своей гордости могущественным, а в своем служении. Могущество человека только в его способности служить людям, природе и Богу. В этом могущество человека. Во всем остальном его слабость. Все священные писания говорят, что первая стадия развития себя как личности или почувствовать себя душой, это сделать это через контакт с каким-то внешним предметом, связанным с Богом. Потому что человек не может... Большинство людей, за исключением очень развитых, возвышенных,
Большинство людей не могут своим внутренним взором осветить себя как душу. Для этого нужен кто-то старший, нужен старший. И Священное Писание объясняет, что если ты хочешь почувствовать совесть, потому что Господь тоже в сердце присутствует, Он присутствует рядом с нами. Это описывается в Ведах, что есть атма, душа, а есть парам атма, сердце, высшая душа. И она питает все тело силой. Это энергия не наша, которая там клетки переваривает, все там эти питательные вещества, все движение происходит в организме. Там миллиарды процессов в одну секунду происходит. Мы это не контролируем. Мы только съели, потом оп, чувствуем, что надо куда-то бежать. Вот от чего там промежутки происходило, мы не знаем. У нас нет знания об этом. Мы не контролируем там ситуацию внутри тела. Ничего не знаем. Это все действует параматма, сверхдуша. Господь в сердце все это делает. Он же является совестью, он же является памятью человека. И когда человек совершает плохой поступок, он же дает забвение о хорошем. Допустим, у меня муж, как бы, это тот человек, которого я должна сбросить, а все хорошее о нем уже не помнится. Это тоже Бог делает. Забвение дает человеку. Не дает возможность почувствовать в нем хорошее. Из-за ошибок, оскорблений, которые человек совершает. Господь в сердце не виден человеком, который живет обычной жизнью. Для этого надо быть совершенным человеком, чтобы чувствовать совесть. Обычные люди, как мы, должны применить такой метод. И даже совершенные люди применяют именно этот метод, потому что они тоже могут заблуждаться. Они это предполагают. Потому что душа всегда имеет возможность заблуждаться. Понимаете? Мы живем всегда на грани между истиной и ложью. Всегда. Поэтому даже совершенные личности всегда имеют наставников, на всякий случай. Хотя они сами чувствуют, как надо. На всякий случай. Но когда человек доверяет только себе и не доверяет ни старшим, никому, он точно заблуждается на 100%. В этом нет никакого сомнений, потому что им движет только гордость. Спасибо вам за этот вопрос. Не усмиряйте ничего. Не усмиряйте. Точно так же, как вулкан невозможно остановить, так невозможно остановить человеческие желания. Вы никогда их не остановите. Это невозможно. Желания останавливаются служением. Переключите свое сознание. Когда ваше сознание пойдет в сторону любви к другим, когда ты пытаешься останавливать свои желания или пытаешься их культивировать, это одно и то же. Это означает бороться с вулканом, который дышит внутри. Понимаете? Надо не останавливать себе желания, не поощрять их. Нужно переключиться на служение другим. Когда человек это делает, его желания успокаиваются сами. Чем меньше человек о себе думает, хоть в позитивном ключе, хоть в негативном, тем больше он приближается к правильному пониманию вещей, к Богу. Душа всегда забывает про себя. Вот положение души такое, она забыла про себя и думает только про Бога. Тогда человек может чувствовать себя как душу только в этом случае. Пока он сам о себе думает, он не может себя чувствовать как душу. Он в заблуждении находится в этом. Поэтому выход только один — это служить. Как это сделать, когда не хочется служить? Надо Вот спасибо. Видите, смотрите, пошли очень хорошие вопросы. Для того, чтобы, когда тебе не хочется служить, надо воспользоваться очень хорошим методом. Очень хорошим методом. Этот метод означает, что если человек слушает того, кто служит, видит того, кто служит, или находится рядом с ним, то тогда, несомненно, если я уважаю этого человека, его сознание передается мне. И я становлюсь таким же, даже если сам этого не понимаю. То есть переключается сознание на служение незаметно в результате влияния энергии любви. Когда человек любит других, он способен полюбить то, что в них есть. Существует одна уникальная вещь, которую надо очень глубоко понять. Это очень важно знать, что когда мы кого-то любим, то вместе с этой любовью, которая входит в нас,
в нас входит также и судьба этого человека. Если судьба этого человека чиста, тогда в нас входит чистота. А если судьба грязна, значит, его грязь тоже входит в нас. Поэтому семья означает, что мы и чистое, и грязное перемалываем друг друга в сердце. Мы живем вместе, поэтому мы одно целое. Я, мои дети, мой муж, одно целое. Вся грязь, их моя грязь тоже. Но, видите, здесь этот принцип, он как-то не очень нравится, да? Хочется самое лучшее у людей брать, а самое худшее запинать куда-нибудь подальше от них. Но как бы вот этот принцип, он очень сильно работает в отношениях со святостью. У святого человека нет грязи. И если я его люблю, вместе с этой любовью в мое сердце входит его судьба. Вы понимаете, о чем я говорю? Это значит, что его судьба быть святым также становится моей. Я могу также счастливо жить возвышенно, как и он, если я ему верю. В этом победа заключается. И когда человек кому-то поверил, то тогда вместе с этой верой приходит также и способность служить. Человек реально начинает по-другому воспринимать мир, он начинает заботиться обо всех, находясь рядом с таким человеком. Вы замечали? Вот, допустим, если ты приходишь в храм, смотришь, там кто-то служит, ты пристраиваешься к этому человеку, тебе тоже легко становится служить рядом с ним. Замечали это? Ты сам не хочешь, но рядом с этим человеком тебе легко. Понимаете? Точно так же, допустим, если человек любит рисовать, да, у него красиво получается, вы рядом с ним встаете, начинаете рисовать, и у вас тоже все получается. Потом домой идете, оп, не можете сами без него. На этом основано все обучение в древней культуре. Вот все, что происходило в древней культуре, основывалось именно на этом принципе, который я вам сейчас объяснил. Дети садились рядом с развитым человеком. Он начинал читать молитвы, они повторяли за ним. И вот они только этим занимались. Все, что он делал вместе с ними, они повторяли за ним. И они перенимали от него не само действие, которое он совершал, а любовь к этому действию. Потому что человек может выучиться на менеджера, но работать ему не будет хотеться, он будет ленивым. А чтобы получить возможность любить труд, надо его получить от кого-то, от какого-то человека перенять, через любовь к этому человеку. В этом заключается принцип воспитания настоящего правильно. Только если ты веришь старшему, ты перенимаешь от него качество и становишься таким же. Этот принцип использовал Махатма Ганди один раз. К нему пришла женщина, говорит, у меня ребенок болеет сахарным диабетом, ну, он ест сахар, сладкое любит. Он ест сладкое, сахар сильно поднимается, уже зрение начало портиться, что с ним делать, я не знаю. Он говорит, приходите ко мне через неделю, я вам скажу, что делать. Она пришла через неделю, он подошел к мальчику и сказал, не ешь сахар, у тебя от этого зрение портится, тебе нужно бросить эту привычку, сладкое не ешь. И этот мальчик бросил, перестал есть сладкое, сразу же, как только он сказал. И когда мама была удивлена, она еще раз к ним пришла специально, нашла возможность к ним подойти, спросила. Я не поняла, что произошло. Я говорил ему 1000 раз, не ешь сладкое. Он говорит, а произошло следующее, я неделю не ел ничего сладкого вообще. А потом, имея вот такое внутреннее качество, я его передал этому ребенку, с любовью сказал ему без нажима, вот что надо вот так делать. И все, и он сразу же перенял это. Все перенимается только от одного человека к другому. Поэтому возвышенные люди являются представителями нашего совести. Самому человеку очень трудно и душу себя как душу почувствовать, то есть атмарамой себя считать очень сложно, потому что увидеть в себе вот это блаженство на фоне страданий, которое в теле происходит. Что с нашим телом-то происходит? Оно болеет постоянно. В тонком теле происходят какие-то события. То меня бросают, то мучают, то что-то происходит еще. Это все вызывает боль. И на фоне всех этих вещей почувствовать себя вечной душой, которая как бы испытывает счастье просто от того, что сама на себя смотрит, очень сложно. Для этого надо реально быть очень развитой личностью. Надо иметь такие качества, знания такое. Поэтому обычный человек не так действует. Не в этом ключе. Он находит в себе то, что связано со святостью. И через святость действует Бог.
Совесть человека действует всегда через святость. Хочешь понять, как правильно жить? Возьми Священное Писание, открой, полистай 2-3 страницы, и ты увидишь прямо для тебя ответ. Вот, блин, твои ситуации конкретно. Или человек включает лекцию просто. Включает, через полчаса ответ пришел. Вот то, что мне надо, прямо раз пришло. Или человек идет, допустим, и слушает просто песнопение духовное. И ответ приходит просто во время этого слушания. Спокойно в сердце становится, потом раз, понятно, что делать. Легче становится. Это означает контакт с Богом через что-то. Вот для этого делается алтарь. Для того, чтобы мы контактировали Бога с Богом через святость, через чистоту. Святых мест, святых людей. Священного Писания, чистоту и так далее. Надо учиться этому. Дверь к Богу сделать. Потому что контакт с совестью или с самим собой у нас в силу судьбы затруднен. Этот контакт возможен, если мы начинаем это действовать через представителя Бога. То, что связано с Богом, есть связь с Богом. Все, что святое, это значит светится, связано с Солнцем, с Богом. Да? Я была с этим месте, у меня был подарок, но я вот не хотела. Каждый человек прячет все равно не сделал. Конечно. У меня осталось какие-то ничего, это Бог просто вас испытывает. Вы верно не поклонялись этому подарку и поэтому потеряли. Он сейчас вам разлуку сделал, разлучил вас с подарком, чтобы вы его оценили больше. Видите, если бы вы не потеряли, он бы так и лежал, и вы бы на него не смотрели. Нормально, вы испытываетесь сейчас с Господом. У вас любовь разлуки развелась. Разлуки иногда со святостью человек разлучен бывает. Он страдает от этого сильно, бывает такое. Вот связь усиливается от разлуки всегда. Вот когда человек близкий уходит, что происходит? Близкий человек уходит, что происходит? Ты его любишь больше, правда? Пока был рядом, не любил, уходит. Начинаешь любить. Не надо, если человеку не нравится, не надо снимать, это нехорошо. Можете меня снимать, мне нравится. С алтарем, святыми местами все понятно, что происходит? Человек перенимает чистоту, наполняется чистотой. Контакт с солнцем, человек загорает под солнцем, да? Контакт со святостью, человек загорает от святости. Контакт означает вера. Нужно вставать рано утром перед алтарем, кланяться. Смирение вводит в сознание. Поклонение означает, что я уважаю его, как могу. Мысли. Я хочу жить чисто, правильно. Я хочу жить для тебя, мой Господь. Я хочу все делать как надо. По совести жить и так далее. Это означает поклонение. Мысли свои хорошие перед алтарем, высказывать слова, молиться перед алтарем, кланяться. Вот, читать о жизни святых людей перед алтарем очень благоприятно, потому что это нравится Господу, когда мы так делаем, о Его слугах читаем. Нравится. Вот таким образом человек усиливает отношения с алтарем. Дальше алтарь начинает действовать в его квартире. Это действие, оно неописуемо словами. Невозможно понять, как это все происходит. Часто Господь нас учит очень аккуратно, не навязывая свое присутствие, не навязывая нам, потому что мы не готовы непосредственно от Него правду воспринимать. Расскажу про два пожара, которые были у меня в доме. Они были в тот период, когда должны были быть астрологически. И просто послушайте, как это все прошло.
Первый пожар произошел перед фестивалем «Благость». Прямо вот в этот день я должен был уехать на фестиваль, а с утра был пожар. Рано утром я приехал с лекцией, уставший, домой. Вот, и я хотел выспаться в этот день, потому что опять потом дорога, ну, то есть не было сил, я решил отдохнуть, встать позже. Тем более, что я устал, это вполне естественно. Вставать позже, когда устал в дороге. Не надо себя заставлять рано вставать. И в этот день я где-то в 4 утра почувствовал интересную вещь. Я вдруг проснулся, где-то в 4 утра, хотя хотел встать где-то в 6, в 7, так где-то, ну, поспать, наверное. Для вас это рано, да? Это для меня поздно уже. Вот, ну, я обычно встаю там 4-5, а тут я как бы хотел встать в 6-7, выспаться. Ну, зачем? Чтобы общаться с Богом, молиться. Что в это время жемчужина сознания, это самое чистое время. В это время сознание уравновешивается, энергия Луны и Солнца становится одинаковой. И человек спокойный становится, как штиль в сердце. И можно все понять о своей жизни. Если начинаешь со святостью в это время контактировать, все становится понятно, что делать, как жить. Это удивительное время, а? Для женщин можно 5:30, 6. Зимой точно так же, разницы нет, зимой или летом. Ну, давайте я не об этом вам рассказываю. Я вам рассказываю о том, что я проснулся в 4 утра. И у меня в сердце происходить начали такие удивительные вещи. У меня из сердца такой сигнал, типа, чё валяешься, вставай. Ты же лекции читаешь вообще-то. Должен пример показывать, как правильно жить. А чё ты сегодня решил валяться-то? И ответ такой, я как бы сердцу из ума... Зума говорю, ну я должен отдохнуть. Потому что я устал же, я с дороги. И назад такой опять сигнал такой. Да это просто ты со себя оправдываешь, на самом деле, свою лень. Ты же старше, должен вставать и идти молиться. Че, какой тебе отдых? Должен пример показывать. И так длилось примерно минут 15, наверное. Я потом психанул, ну то есть не все доводы, они не работали. То есть просто опять из сердца шло одно и то же, твердое как бы вот такое, что типа, что ты валяешься, иди вставай. И я уже такой вообще психанул, короче, пошел под душ, чтобы потом молитву читать, уже все, сна нет, все испортили мне. И в этот момент, когда я открыл ванную комнату, а там за ней, за ванной комнатой, у нас комнатка такая, где находится все электричество, там вот этот котел, там все прочее. И там произошло замыкание, там уже пожар, то есть огонь идет, а в ванной комнате дым стоит коромыслом. Ну то есть Господь, если бы я подумал, если бы еще полчаса я полежал, то бы загорелась дверь, там стиральная машина и все. По полной программе пошел пожар, полный развернутый. А сейчас он только начался, только пошло. Мне там ведро хватило, чтобы там все это залить. Вот. И это, на этом учеба еще не закончилась. Первое, что когда я открыл дверь, я вспомнил, что нельзя вдыхать дым, потому что дыхание может остановиться. Можно упасть и там задохнуться просто. Я вспомнил, выбежал на улицу, набрал воздух, прибежал и там начал тушить все. И когда я выбегал оттуда, то такой все, а сердце опять оттуда же, такой сигнал тоже такой же, точно такой же. А ты чуть-чуть вдохни, чуть-чуть попробуй. Может, это все фигня? И я такой думаю, ну правда, может быть, дым это ничего страшного. Такой черный прям, там черный такой. Я такой чуть-чуть так, раз, и когда выбегаю, чувствую, я дышать не могу вообще. Вот чуть-чуть это. Дым этот, чуть-чуть. И дышать вообще не могу, просто не могу дышать. Я выбежал на улицу, такой стою. Вот так раз 10 сделал, потом пошел дышать. И сердце опять. Вот теперь всем это рассказываю.
узнал теперь, как это, люди почему погибают в пожаре? Не от огня, от дыма. Вот рассказывай теперь все об этом. Такие отношения интересные, да? Ну, вот так все закончилось. Через месяц или полтора где-то поставил кукурузу вариться на конфорку. Рядом стоял пластиковый термос. Но в достаточно хорошем расстоянии. Я так и не понял, что произошло. Может быть, выброс какой-то сильный газа там. Я не знаю, что произошло, что так сильно начала гореть конфорка, что достала до термоса, он загорелся. И начался гореть, пожар начался. Я читаю молитвы, решил, когда по кукурузе варится, ходить молитвы читать вслух. Я читал, по своей комнате молитвы читал, ходил, и в сердце такое чувство. Не то, что слова, а чувство, вот, и тогда тоже было чувство. Иди посмотри кукурузу. Сгорела, ну как варится, не варится, как, может уже сварилась. А у меня есть правило, пока вот столько молитв не прочитаю, не должен заканчивать. Это вообще предательство для меня считается. И я такой, а что такое, не пойму, что, вроде я не прочитал еще все правила, и все еще кукуруза долго, жена должна долго еще вариться, почему я так думаю. Опять в сердце, я себе заглушил это, так, начал дальше молиться, вычитать, опять в сердце, кукуруза-то переварилась. Я, короче, я начал уже психовать, вот ну, такой вообще просто психанул, короче, и подумал, я не сдержанный человек, не могу вообще сосредоточиться, какой-то глупец. И пошел, короче, психанул сам на себя, пошел кукурузу смотреть, там пожар. Термос этот горит, уже с него пластик стекает вниз, огненный такой. Там этот комод весь загорелся, на котором он стоял. И вот до верхнего еще чуть-чуть осталось, огонь уже такой вот горит, и тоже быстро все затушил, буквально там минуту. Там было открыто окно, дым весь выходил. Я для чего вам это все рассказываю? Для того, чтобы вы поняли, что такое отношение с Богом. Как Он спасает жизнь, как спасает судьбы людей. Он это делает очень просто. Я прочитал недавно один материал. Помните, в Турции самолет разбился? Так вот, это понятно, там разбился, все погибли, все понятно. Но это не самое главное, что произошло. Самое главное, знаете, что произошло? За две недели до этого у одного человека, который, очевидно, молитвы читал, отношения с Богом глубокие имел, у него снится сон, одному человеку снится сон, что его сын, который работает стюардом какой-то определенной компании, что его сын вот в этот день погибает вот на этом самолете. И он звонит своему сыну на следующий день и говорит, если ты, говорит, меня любишь, вообще вот как бы, ну, хоть как-то веришь мне, любишь мне, пожалуйста, немедленно уволься из этой компании, иначе ты погибнешь там. И этот молодой человек поверил своему отцу. И это очень престижная компания, он там нормально зарабатывал. Он уволился оттуда, устроился на менее престижную, менее зарабатывающую. И потом все друзья его погибли, там были его друзья, все много лет с ними работал. Все погибли до одного, он жив остался. Олег Геннадьевич, это интуиция или... А что такое интуиция, как вы думаете? Интуиция – это деятельность сверхдуши. У нас есть совесть, понимаете? Совесть, интуиция, память изнутри, внутренняя память – это одно и то же, это Господь. Господь изнутри дает знание человеку, это называется интуиция. Но совесть и интуиция – это одно и то же, поэтому если человек бессовестной жизнью живет, первое, что пропадает у него, допустим, бросил жену, первое, что пропало – совесть и интуиция — это одно и то же. У него нет такой возможности уже получить сигнал изнутри, если он живет нечестно. А чтобы честно жить, для этого нужно эту честность постоянно вспоминать. Вот для этого нужен алтарь, чтобы человек каждое утро вставал перед собой и раскаивался, просил прощения.
и так далее. Потому что мы не можем сами простить, как женщина говорит, я уже 2 года не могу простить, потому что вы не знаете, кто прощает. Не надо прощать никому, надо просто думать об алтаре, читать молитву, и вы почувствуете, как сила придет в ваше сердце, которая успокоит ваше отношение к мужу. Все простится само. Но если вы пытаетесь сами простить, это невозможно. У нас нет такой силы. Потому что мы не понимаем, что происходит, что все, что у нас делают близкие люди, это результат наших прошлых ошибок. Некому поэтому и прощать особо. Никто особо и не виноват. Они просто действуют так, как нам положено в жизни. Вот и все. А? Как? Радикальное прощение. И как, что там говорится? Ну, там суть состоит в том, что мы души, да, мы избраны друг для друга. Да? И все, что мы получаем от близкого человека, это нам, мы уже там договорились, грубо говоря. Поклоны автору. Все правильно. Все свершается, данное нам свыше. Спасибо вам, это правильно, все так и есть. Итак, поймите, что когда человек живет честно, он чувствует судьбу. Ход времени начинает чувствоваться, если ты честно, правильно живешь. Это помогает сильно в жизни, избежать опасности. Но если ты не устанавливаешь отношения со святостью, ты как в тьме, во тьме живешь, и все, что угодно в твоей жизни может произойти, ты никогда не сможешь среагировать правильно, потому что у тебя нет знания. Знание приходит из сердца, через контакт со святостью. Потому что у нас в сердце, кроме совести, есть еще эгоизм. И он имеет такую же природу. Голос эгоизма звучит так же, как голос совести. Человек часто может слушать голос эгоизма и считать, что это его совесть говорит. Полное заблуждение. Как различить? Только вот так. Есть 3 метода различия. Первый метод — это Священное Писание. Подтверждает это то, что сказано там или нет. Второй метод различия — это наставник. Тебе должен подтвердить. И третий метод — ты обсуждаешь кругу людей, которые идут духовным путем. Они в результате обсуждения должны почувствовать, понять, это правда или нет. От друзей может прийти это правда. Больше нет способов понять. Изнутри не поймешь никак. Только святой человек может понять, это совесть или его эгоизм говорит. А духовный наставник человеку дается со временем в результате его готовности. Потому что все являются нашими духовными наставниками. Например, когда муж или жена в сердцах мне говорит, ты такой эгоист. Это правда. Но она раньше это не говорила, потому что она боялась мне это сказать. Но когда человек огорчен на другого человека, он говорит ему всю правду со злобой. Вот честно всю правду ему высказывают о нем со злобой. Но мы слышать не хотим. Ну как мы эту правду услышим от наставника, если мы от мужа не хотим слышать, от жены? Мы не готовы просто. Поэтому не надо думать, что вы прям такие возвышенные, что прям Бог вам наставника сразу даст. Это все происходит постепенно. Сначала человек получает знания от того, от чего он может получать. От своих друзей, от своих знакомых. Потом лекции может идти. Потом, когда человек выбирает свою веру, внутри этой веры он находит уже себе наставника. Потому что наставничество должно по канонам идти. Наставник тоже не имеет права там делать, как он хочет, наставление. Есть определенные правила, которые, когда человек соблюдает, он может правильные вещи делать. Ну ладно, это сложная тема. В целом, знаете, что найдется со временем. Когда будете готовы, сразу Бог реагирует. Он отдает нам всегда то, что, на что мы готовы. Всегда. Никогда не бывает так, что мы готовы, Он не дает. Такого не бывает. Это правило. Точно так же, допустим, врача никто не знает. Почему его никто не знает? Потому что он недостоин.
Но если человек начинает реально по-настоящему лечить, что происходит? Все узнают. Вот и все. Принцип везде одинаковый. Приходит время, человек получает то, что положено. А искусственно это, если сделать, будет хуже только. Искусственно выбрал наставника хуже, потому что ты недостоин. И все, что он тебе говорит, ты не будешь слушать. Не имеет значения. Возраст духовный есть. Ребенок может вам истину сказать. Давайте я сделаю несколько объявлений. У нас есть такой фонд «Пища жизни» называется. Если вы хотите жертвовать, жертвуйте туда. Этот фонд кормит детей, беспризорных, людей всяких. Ну, то есть, это «Пища жизни» означает пища, когда она нужна для жизни. Понимаете? То есть этот фонд нужен для того, чтобы людей, голодных людей находить и кормить их. Вот этот фонд «Пища жизни». Это мои друзья его основали в России много лет назад. Сейчас они уже удостоились наград правительственных разных. Это хорошие ребята. Это гарантия. Можете жертвовать им. Да? Ага, вот они, хорошие ребята. А что делать будут волонтеры? Будут помогать, кормить, да? Вот нужны люди, помощники, которые в свободное время приходят, готовят, раздают там и так далее. Все. Подключайтесь. И 30 апреля в субботу в 17:00 что произойдет? А, все. Есть курс «Вечные ответы». Здесь уже многие прошли, да, этот курс? То поднимите руку, кто прошел, вот уже прошли люди. Это изучение вот этого ведического знания древнего. Можете, если вам интересно, 30 апреля в субботу в 17:00, улица Синая, 15, центр ведической культуры. Человек получает систематическое знание, основной принцип ведического знания. Преподают вот организаторы как раз этих лекций, мои друзья. Также существует кафе вегетарианское. Все вкусняшки в буфете оттуда. Можно приходить. Кафе называется «Вриндаван». Название по названию святого места. Есть местный коллектив, называется «Волшебные мантры». Выпустили альбом, можно там на столике узнать об этом. И они там про меня спели тоже. Я желаю всем счастья этому альбому. Как интрига. Вот еще сказали, что Олег Геннадьевич мне тут написали, ваши книги не берут. Писали, что берут. Я не пойму, почему вы их не берете. Надо брать. Я же для вас написал. Наверное, я практически все объявления сделал. Движемся дальше. Итак, вы поняли, что делает алтарь? Алтарь активизирует голос, совесть внутри. Дает нам возможность сконтактировать с тем чистым светлым, что у нас внутри есть, и дает нам возможность настроить правильно свое сознание. Это кристаллизатор сознания. Когда человек перед алтарем посидел полчаса, его день точно пройдет в нормальном, правильном сознании, потому что он как камертон настраивает. Ну, то есть перед алтарем человек настраивается на правильную жизнь. Когда он перед Богом один на один становится, у него все, совесть восстанавливается. Все, что не нужно, из сердца вылазит. Мы все о себе лучше понимаем, раскаиваемся, молимся. В это время идет перезагрузка, очищение сознания. Следующий тип. Я, чтобы все успеть, вам сейчас перечислю. Следующая – это молитва. Самая главная сила, побеждающая стресс. Дальше – развитие в себе смирения.
И изучение священных писаний, и общение с наставником — это одно и то же. Когда человек слушает священные писания, изучает их, просто не поизучаешь, потому что там же правда, а правда всегда горький вкус имеет. Поэтому трудно читать. Общение со старшим — то же самое. Вот. И просто в жизни прощать, просить прощения. Это одна и та же деятельность, что она делает человеком. Эта деятельность, она... человеку дает возможность правильно относиться к себе. Есть только одна сила, которая разрушает наше правильное представление о себе — это гордость. И гордость, она это такая штука, которая вообще незаметно действует в сознании, вообще никак не поймешь, что она есть. Ну никак. Ну, например, я приехал к своему наставнику разок, и он меня спрашивает, как ты выполняешь мои наставления, как ты даешь людям знания. Я говорю, все хорошо, полные залы, все отлично, я даю знания. Он такой посмотрел на меня, говорит, да. И такой раз повернулся к другому ученику и с ним начал разговаривать, я сижу, он вообще на меня не замечает. Ну и так потом с третьим, четвертым вообще меня не замечает, как будто меня нет. Я такой ушел, короче, поклонился, пошел, молился весь день, молился. И потом после молитвы мне Бог дал знание, что я просто горжусь собой, что на самом деле это старшие дают мне силы давать знания, не я сам это все делаю, это все бред полный так думать. Я пришел к нему, поклонился и говорю, я гордый человек, загордился, пожалуйста, наставьте меня на правильный путь, дайте мне смирение, у меня нет никакого смирения у самого, я неправильно отношусь к жизни. Он посмотрел на меня, начал улыбаться, говорит, вот эта штука, она входит незаметно в сердце гордыни, говорит, ты не сможешь сам распознать, только старшие могут тебе помочь в этом. Представляете, какая сила? Человек не видит, не замечает, раз, его понесло незаметно. Вроде бы правильные вещи человек делает, потом раз, понесло. Из-за правильных вещей может понести. Чаще всего. Например, бросил человек есть мясо. Проходит полгода, все, кто едят мясо, родственники, близкие, они уже, фу, трупоеды. Это гордость. Разрушает семью в результате. Или человек бросил пить, родственники садятся выпить на праздники, и он сидит, смотрит на них, морщится, говорит, я здесь сидеть не могу. Гордость? Почему ты не можешь сидеть? Ты же всегда сидел до этого. Что тебе сейчас мешает? Гордость мешает. Интересный феномен. Человек начинает читать молитву, все в молитву, все, кто не молится, для него презренные сразу. Гордость. Поэтому первый плод от любого благого дела — это гордость. Как ни странно. Вот я благое дело какое-то сделал, первый плод приходит от него — гордость. И что делать? Надо в себе это продиагностировать. Только с помощью алтаря, старших, священных писаний можно установить диагноз. Я просто гордый человек. Потому что если человек по-настоящему чист, он всегда себя любит меньше, чем других, он уважает больше людей. Вот если я очистился, допустим, я больше своих родственников буду любить, а не меньше, если я очистился. А если я гордым стал, тогда противоположный результат происходит. А гордость невозможно заметить в себе, это страшная штука, она разрушает сознание. Поэтому каждый день нужно изучать в священных писаниях с целью найти в себе гордость. Поставить себе этот диагноз. Надо каждый день стараться слушать лекции, общаться со старшими через лекции или напрямую, если есть наставник. Каждый день надо это делать. И каждый день прощать, просить прощения. Допустим, кто-то провинился перед вами, вы сказали ему, что он не прав. Так? Он не прав? Не прав. Но так как вы сказали ему, вы все равно это сделали с гордостью. Если злоба была в ваших словах, значит, надо молиться, просить прощения у этого человека за то, что я сказал неправильно, в неправильном настроении. Даже если вы правду сказали, не имеет значения.
Потому что если ты в неправильном настроении сказал правду, значит дальше будет хуже еще. Потому что эта правда тебя может всю твою жизнь разрушить. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому человек и должен просить прощения за все, чтобы себя в нужное сознание поставить. Дальше следующее. Труднопонимаемая вещь, развивающая разум. Труднопонимаемая вещь. Эта вещь называется ритуал. Ритуал от слова рита санскритского. Рита означает ритм, вселенский ритм. Видите, одно и то же слово используется, похожие слова, да? Потому что ничего не поменялось. Когда совершается какое-то поклонение Богу, то люди в это время входят во вселенский ритм, входят в такой ритм сознания, в котором живет самое чистое и светлое в нашем мире. И мы перенимаем от этого чистого и светлого настроение во время того, как происходит богослужение. Поэтому ритуал означает вхождение в этот ритм, чистый и светлый, вот который сейчас как бы ты объединяешься со всеми светлыми силами в это время. Дальше следующий. Следующий вид развития разума. Человек готовит освященную пищу с молитвой, а потом кормит других. И в это время у него очищается сознание. Непонятно, как это происходит. Но вот так происходит. Человек становится сострадательным, добрым в это время. Все самые лучшие качества у него просыпаются в сердце. Женские качества доброты, то есть это женское дело, женская энергия течь начинает. Мужчинам тоже не помешает. Женская энергия всем нужна, доброта всем нужна. Если семья не совет, можно смотреть городскую пищу? Как? Если семье близкие едят мясо, я не ем, а родные... Можно. То же самое с молитвами? Да, с молитвами вы готовите даже мясную пищу. Вот. Просто все зависит от стандартов. Есть разные стандарты духовные. Готовить пищу без мяса лучше для Бога, чем мясную. Лучше. Но если нет выхода, что делать? Без молитв готовить. Так же Богу можно предлагать. Так же Богу можно предлагать. Лучше на алтарь не ставить с мясом. Лучше без мяса ставить. Спасибо. Потому что, не потому что это нельзя осветить. Мясную пищу тоже можно осветить. Но в Ведах написано, что освящение мясной пищи означает, что человек должен своей молитвой нейтрализовать грех убийства животного. Это значит, что молитва должна быть настолько сильной и глубокой, что это животное после смерти должно пойти на высшие планеты, очиститься. Представляете? Ну, у нас нет такой силы. Мы не можем так делать. У нас нет такой силы. Поэтому сейчас немножко как бы люди... злоупотребляют. Когда они мясо освящают, это злоупотребление. Потому что мы не можем. Поэтому в православных монастырях не готовят мясо. Они знают, что это тяжелая пища для сознания. Ну, как бы молитву можно читать, но на алтарь лучше не ставить. Лучше без мяса все ставить на алтарь. Молитву всегда надо читать. Без молитвы невозможно жить. Это освященная пища, это застывшая молитва. Вот как молитву внутрь человеку дать, через пищу. Она там застывает, молитва в пище. Пища все впитывает, с чем соприкасается. У нее такая природа. Дальше следующее правило, которое развивает разум, победу над судьбой. Это правило означает практика здоровых привычек, которые побеждают судьбу. Вот, например, рано вставать — это здоровая привычка, отрезвляется сознание. Когда человек рано встает, у него в гармонию с солнцем входит. И солнце, когда поднимается, ему радость сердца поднимает. Если он позже встал, то все, гармонии нет, радость не будет подниматься в сердце. Рано человек ложится спать, он в гармонию с луной входит, и у него спокойствие в сердце идет, он отдыхает хорошо. Рано вставать, рано ложиться спать.
признак разума, разумного, разумной жизни. Рано означает до 10, рано вставать до 6 означает. Раньше 3 часов не надо вставать. Монахи это уже в 3-4 часа монахи встают. Это с 5:30 до 6, так вот такое время вставать. Спать надо не меньше 7 часов в день. А если человек тяжело, очень нервно, психически работает, психика напрягается, то 8 часов надо спать. Не имеет значения летом, зимой. Следующее — развитие бескорыстия. Развитие бескорыстия означает жертвовать нищим птичкам, ну, то есть отдать, что-то отрывать от себя. Знаете, что это, так, как это действует? Интересно это действует. В Ведах описано, что человек сам не знает, что ему нужно. Вот он не знает, он этого хочет, допустим, от Бога, получает, а это ему не надо было. У нас есть определенное благочестие, которое может наше желание сбыться. Если я добрые дела делал, я желание загадываю, оно сбывается. И сейчас люди такой очень страшный метод начали использовать, страшный метод, никогда им не пользуйтесь. Этот метод визуализации. Я, допустим, чего-то сильно хочу, я должен напрячь свое сознание так, чтобы постепенно это сбылось. Вот это вот ужасный метод. Этого никогда не делайте, потому что мое благочестие уходит туда, что я хочу. И результат печальный, потому что проблема заключается в том, что мы не знаем, что нам надо. А то, что я хочу, и то, что мне надо, это прям противоположные вещи. Поэтому слушайте правильный метод. Человек должен учиться отдавать от себя, отрывать то, что сильно нужно другому. Например, такие люди, которые хотят кушать, не надо им деньги давать, дайте им пищу. Знаете, как найти человека, который кушать хочет? Он по утрам лазит в мусорку. Это первый признак такого человека. Люди такие стесняются, что они голодные. Большинство людей, которые на улице стоят, они просто зарабатывают деньги. А вот те, кто по мусоркам лазит, это точно голодные. Найдите этого человека, принесите ему. Договоритесь с ним, что вы будете ему давать покушать какое-то время, сколько вы можете. Или бабушки какие-то чувствуют, знаете, у вас в подъезде живет. Видите, видно ведь человека, что он не доедает. Видно нищих, видно, которые живут рядом людей. Изучайте этот вопрос. Если вы начали кого-то кормить, что дальше произойдет? Птиц, собак голодных, животных. Что дальше произойдет? Вы что дали человеку или животному? Что дали? То, что спасло их жизнь, поддержит их жизнь. И вот когда придет время, Бог вам спасет жизнь. Он вас убережет от беды, убережет от тяжелого события, убережет от опасности. Вот именно так. Через вот это вот... Когда мы жизнь спасаем других, Бог спасает нашу жизнь. Он сам решит, куда ваше благочестие направить. Не нужно его самому себе, желания свои пытаться выполнить. Это неправильно. Он сам найдет вам, куда это все направить, вашу силу. Следующий способ победы над судьбой называется пост. Сильная штука. Она может быть целенаправленной. И может быть общей направленной. Если вы поститесь в религиозные праздники, вы приближаетесь к Богу сразу же. Это самый сильный пост. Поститься в религиозные праздники. Самый сильный. Приближение к Богу сразу идет. Человек святость лучше чувствует. Потому что в это время все молятся в религиозные праздники. И ты когда постишься, человек как антенна становится. Когда человек не кушает ничего, он начинает кушать духовную энергию. И в это время, когда человек постится, а все молятся вокруг, в атмосфере, что человек в это время кушает? Эти молитвы все в себя впитывают. Такая связь наступает. Он просто не кушает. Ну, нужно еще и молитвы читать заодно. Чего просто не кушать-то?
не мешает же одно другому. Человек и не может, кстати, поститься правильно без молитвы, потому что если человек не кушает и хочет кушать, он съедает изнутри себя. Первое правило поста такое. Человек, когда постится, он должен заниматься такой возвышенной деятельностью, чтобы забыть, что он хочет кушать. Надо быть так сильно занят, чтобы забыть, что ты хочешь кушать. Если ты так проделал день, значит, ты правильно постился. А если хочешь и думаешь, что ты кушать хочешь, тогда лучше вообще не поститься. Лучше поесть и спокойно жить дальше. Давайте я вам немножко перечислю. Смотрите, пост в понедельник улучшает отношения в семье, личные отношения. Пост во вторник усмиряет гнев. Пост в среду улучшает взаимоотношения с людьми. Бизнес, деятельность улучшает. Пост в четверг улучшает контакт со святостью, с Богом, с верой. Пост в пятницу, он дает больше счастья, ощущения счастья в жизни. Если у вас депрессия, счастья не хватает, можете в пятницу поститься. Пост в субботу разрушает тяжелейшие препятствия жизни, тяжелые препятствия жизни разрушает. И пост воскресенья дает человеку лучше почувствовать себя как личность. Чувство собственного достоинства утверждает правильно. А? Повторить? В понедельник отношения в семье, во вторник усмиряется гнев. Человек смиренным становится. В среду человек начинает понимать, как правильно общаться, взаимодействовать с этим миром. С природой контакт в среду устанавливается. В четверг человек останавливается старшими контакт, когда постит со святостью, с верой. В пятницу начинает чувствовать себя больше счастливым. Чувства контактируют с объектами, чувств счастья больше приходит в пятницу, если человек постится. И в субботу, если он постится, он способен справиться с трудностями, преодолеть трудности судьбы. Работу не может устроиться, допустим, там. А в воскресенье он правильно относится к людям и к себе, чувство собственного достоинства. Правильное отношение ко всем. Не злиться, унижаться. Золотая середина. А? Нет, можно... Понедельник, среда, пятница. Трехразовое питание, да? Я вам советую поститься не чаще, чем раз в две недели. Не чаще, чем раз в две недели. Это будет нормально, не фанатично. Иначе вы не сможете долго это делать. Два раза в месяц. Это целый, у меня есть целая лекция в Москве, читал про посты, вот вся лекция, какую пищу есть, что, какое поста, что бывает и так далее. Не будем сейчас отвлекаться на это, иначе мы потеряем время просто. Я не помню уже, как она называется, но на фестивале «Благость», фестиваль «Благости» зайдите, там в архиве, там лекции по здоровому образу жизни, во всех этих лекциях есть про пост, как говорят. Дальше, следующее, покаяние. Смотрите, какая идет последовательность, слушайте внимательно. Первое, я раскаиваюсь в том, что я кого-то обидел. Сначала беру на себя такую аскезу. Каждое утро во время молитвы, как это делать? Человек молится. Молится. И во время молитвы мы думаем о святости. Больше ни о чем не думаем. Но или перед молитвой, или после человек говорит, я это посвящаю тому человеку, которого я обидел. Вот эту молитву. Я хочу, чтобы у него все хорошо в жизни было. А себя считаю виновным. Не надо сильно много думать, что я виновен. Надо думать о том, чтобы контактировать со святостью. Иначе я все время о себе думаю, получается. Ну, то есть надо сказать себе, что я виновен. Потом Бог вам даст знание об этом. После молитвы почувствуйте, в чем вы виноваты. И когда вы с этим соглашаетесь, в чем вы виноваты перед этим человеком, это и есть раскаяние. Согласие со своей виной. Это называется раскаяние. Принятие. Я согласен, что я виноват вот в этом. После молитвы это почувствуется. Дальше. Это первая ступень.
Слушайте внимательно. Когда человек долгое время способен прощать и просить прощения, после этого у него появляется сила отказаться от вредных привычек. Это тоже покаяние. Это та же самая, только следующая ступень. А потом, когда он уже отказался от вредных привычек и дальше продолжает просять, просить прощения, он способен изменить свой характер, такой становится человек. А это еще тяжелее, чем раскаяться или бросить вредные привычки. Следующий метод – это защитные силы. Защитные силы могут быть крестик, допустим, на теле. Может быть какой-то предмет, который вы носите со святого места с собой. Это очень сильно помогает тоже. Могут быть камни какие-то там и так далее. Но я не хочу сейчас об этом сильно говорить. Давайте теперь я с вами поговорю о самом главном. Самое главное, две вещи самое главное, это общение с возвышенными людьми, слушание лекций, общение, ходить в те места, где духовная практика совершается, и молитва собственная. Вот сейчас я буду вам рассказывать про молитву. Как это происходит, что это за сила такая, как она действует. Вам интересно? Нормально? Есть несколько типов молитв. В зависимости от того, насколько человек развит, продвинут, они бывают разными. Первый тип молитвы – это молитва, которая составлена своими словами. Второй тип молитвы – это каноническая молитва. Молитва, которая составлена не мной, а святым человеком каким-то. Когда человек развивается духовно, ему лучше выбрать молитву, которая составлена самим собой. Лучше ему самому просто решить, как он будет молитву. Сам себе составил молитву, когда человек только развиваться начинает. Когда человек развился, ему лучше выбрать ту молитву, которая составлена святыми людьми. Бывают молитвы, когда человек что-то просит, они делятся на два вида. Первый вид молитвы, когда он просит для себя какого-то блага. Второй тип молитвы, когда он просит для себя духовного развития. И при этом неизвестно, это что даст. Допустим, я прошу духовного развития. Неизвестно, что получится. Например, у меня был такой интересный эпизод в жизни. Я вот как раз перед стрессом. Я где-то полгода читал молитву, есть одна царица такая возвышенная, царица Кунти. У нее есть одна молитва, ну, на санскрите я не буду читать, на русском так переводится. «Пусть эти беды повторяются вновь и вновь, чтобы я вновь и вновь мог помнить о тебе». Ибо помнить о тебе, то есть о Боге, это забыть полностью про все, что существует в этом мире, погрузиться в духовную реальность. Такая молитва. Ну, то есть она призывает беды, эта молитва. Что именно в этой беде, в страданиях человек помнит о Боге лучше всего. Ну, я к этому времени уже сильно уже загордился собой, уже такой уже пик такого был гордости. Я читал лекции долгое время уже. И вот я начал полгода эту молитву читать. Господь услышал молитву. И поверг меня в жуткие просто страдания на полтора года. Я мучился конкретно. Я больше не читаю эту молитву. Мне достаточно, хватило. Потом я знал, что это молитва для отреченных людей, для монахов предназначена, не для простых людей. Поэтому выбирайте молитву по своему карману, так сказать. Своим возможностям. Итак, есть молитвы, когда человек просит.
Это молитвы совсем, когда плохо. Вот человек не может уже, ему совсем плохо, дурно. Ему надо просить, но лучше просить духовного знания, чем просить машину, жену, там, мужа. Потому что когда человек просит у Бога, он молится, чтобы ему Господь это дал, то эта молитва, она срабатывает. Но лучше бы она не срабатывала. Потому что фактически, вот честно, хотите, я вам скажу, эта молитва означает проклятие. Потому что Бог и так знает, что нам надо дать. Он просто дает тогда, когда человеку лучше всего это подходит. Но если человек требует у Бога, Бог даст, но потом не унесешь. Понятно, да? А? Сейчас я вам все расскажу. Не волнуйтесь, все будет нормально. Ваши желания все будут удовлетворены сегодня. Слушайте внимательно дальше. Есть один секрет определенный. Если вы поймете, у вас все будет хорошо в жизни. Есть второй тип молитв. Это молитвы, которые соединяют человека с Богом двумя способами. Есть имена Бога, которые указывают на Его личность, такие как Аллах, Иисус Христос. Если в молитве есть это имя, и ты просто произносишь Его имя, то эта молитва приводит тебя к любви к Богу. Это самое лучшее, что можно в жизни вообще иметь. Потому что когда ты любить Бога начинаешь, Бог наполняет тебя тем же самым. И все в твоей жизни, что есть, все сбывается, все осуществляется. Это самая лучшая молитва, которая только может быть. А молитва, связанная с личностью Бога. Но есть еще другие имена Бога, которые не указывают на личность, а указывают на Его положение. Допустим, Всевышний, Господин, Господи. Понимаете? И так далее. Эти молитвы тоже хорошо читать. Но похуже, чем первые. Потому что когда мы на его положение указываем, мы, значит, мы тоже как бы чего-то такого хотим. Ну, как бы мы хотим, значит, его силы какой-то. Ну, это тоже нормально, это хорошая молитва, когда в них звучит «Господи, ну, Господин, ну, значит, я хочу покровительства Твоего, я хочу в Твоем царстве жить, я хочу под Твоей силой находиться, а не под своей». Тоже нормально, хорошая молитва. В общем, любые имена Бога, когда человек произносит, это очень благоприятно. Главное, чтобы эти имена Бога произносились для того, для Бога, а не для меня.